победы порохом пропах. Это праздник со слезами на глазах. Это день напомнит тем, кто забыл, кто погибал, чтобы ты сегодня жил. Это день победы порохом пропах. Это праздник со слезами на глазах. Это день напомнит тем, кто забыл, кто погибал, чтобы ты сегодня жил. Отметим, чтобы хорошо отметить, сразу находятся средства, в бюджете которых нет порою на выплаты дотаций для тех, кто шел когда-то за нас сражаться. Ничто не забыто, никто не забыт и не забыто никем. Как за свои награды можно быть избитым, такая благодарность понятна не всем. 67 лет великой победы. Спасибо деду за это, лично увы не скажу. Я завяжу на груди георгиевскую ленту и бабушке пообещаю, что зайду. Парады, площади, зрители, дети, ровесники и родители. Сказать с вами из нас не раз каждый должен. Спасибо людям, кто этот праздник сделал возможным. Это день победы порохом пропах. Это праздник со слезами на глазах. Это день напомнит тем, кто забыл, кто погибал, чтобы ты сегодня жил. Это день победы порохом пропах. Это праздник со слезами на глазах. Это день напомнит тем, кто забыл, кто погибал, чтобы ты сегодня жил. Нам говорят про НАТО и системы ПРО. Постоянно нагнетается чувство угрозы. Лучшие друзья народа — армия и флот. Но у народа возникает много вопросов. Реальность, как всегда, у нас другая. Ни булава, ни ангара в цели не попадают. Так же, как истребители пятого поколения. В разработке лишь два по небу летают. Нам нужна армия сильная и современная. Мы хотим ей гордиться и быть уверены. Мы не хотим, чтобы солдаты друг друга калечили. Можно наконец начать жить по-человечески. Тем, кто защищал и защищает родину, низкий поклон и, конечно, большое спасибо. Но новые вооружения и технологии сегодня крайне необходимы России. Это день победы порохом пропах. Это праздник со слезами на глазах. Это день напомнит тем, кто забыл, кто погибал, чтобы ты сегодня жил. Это наград. И помни битву за Москву и Сталинград. Победы порохом пропах. Это праздник со слезами на глазах. Это день напомнит тем, кто забыл, кто погибал, чтобы ты сегодня жил. Это день победы порохом пропах. Это праздник со слезами на глазах. Это день напомнит тем, кто забыл, кто погибал, чтобы ты сегодня жил. Отметим, чтобы хорошо отметить, сразу находятся средства, в бюджете которых нет порою на выплаты дотаций для тех, кто шел когда-то за нас сражаться. Ничто не забыто, никто не забыт и не забыто никем. Как за свои награды можно быть избитым, такая благодарность понятна не всем. 67 лет великой победы. Спасибо деду за это, лично увы не скажу. Я завяжу на груди георгиевскую ленту и бабушке пообещаю, что зайду. Парады, площади, зрители, дети, ровесники и родители. Сказать с вами из нас не раз каждый должен. Спасибо людям, кто этот праздник сделал возможным. Это день победы порохом пропах. Это праздник со слезами на глазах. Это день напомнит тем, кто забыл, кто погибал, чтобы ты сегодня жил. Это день победы порохом пропах. Это праздник со слезами на глазах. Это день напомнит тем, кто забыл, кто погибал, чтобы ты сегодня жил. Нам говорят про НАТО и системы ПРО. Постоянно нагнетается чувство угрозы. Лучшие друзья народа — армия
вопросов. Реальность, как всегда, у нас другая. Ни булава, ни ангара в цели не попадают. Так же, как истребители пятого поколения. В разработке лишь два по небу летают. Нам нужна армия сильная и современная. Мы хотим ей гордиться и быть уверены. Мы не хотим, чтобы солдаты друг друга калечили. Можно наконец начать жить по-человечески. Тем, кто защищал и защищает родину, низкий поклон и, конечно, большое спасибо. Но новые вооружения и технологии сегодня крайне необходимы России. Это день победы, порохом пропах. Это праздник со слезами на глазах. Это день напомнит тем, кто забыл, кто погибал, чтобы ты сегодня жил. Это день победы, порохом пропах. Это праздник со слезами на глазах. Это день напомнит тем, кто забыл, кто погибал, чтобы ты сегодня жил. Герой России, майор Солнечников Сергей, накрыл гранату своим телом и спас людей, молодых парней, ценой собственной жизни. Простые примеры настоящего героизма. Афганистан и Северный Кавказ. Много мест, где побывал наш спецназ. Народ должен знать цену воинских наград и помнить битву за Москву и Сталинград. За нас сражаться. Ничто не забыто, никто не забыт и не забыто никем. Как за свои награды можно быть избитым. Такая благодарность понятна не всем. 67 лет великой победы. Спасибо деду за это, лично увы не скажу. Я завяжу на груди георгиевскую ленту и бабушке пообещаю, что зайду. Парады, площади, зрители, дети, ровесники и родители. Сказать с вами из нас не раз каждый должен. Спасибо людям, кто этот праздник сделал возможным. Это день победы, порохом пропах. Это праздник со слезами на глазах. Это день напомнит тем, кто забыл, кто погибал, чтобы ты сегодня жил. Это день победы, порохом пропах. Это праздник со слезами на глазах. Это день напомнит тем, кто забыл, кто погибал, чтобы ты сегодня жил. Нам говорят про НАТО и системы ПРО. Постоянно нагнетается чувство угрозы. Лучшие друзья народа — армия и флот. Но у народа возникает много вопросов. Реальность, как всегда, у нас другая. Ни булава, ни ангара в цели не попадают. Так же, как истребители пятого поколения. В разработке лишь два по небу летают. Нам нужна армия сильная и современная. Мы хотим ей гордиться и быть уверены. Мы не хотим, чтобы солдаты друг друга калечили. Можно наконец начать жить по-человечески. Тем, кто защищал и защищает родину, низкий поклон и, конечно, большое спасибо. Но новые вооружения и технологии сегодня крайне необходимы России. Это день победы, порохом пропах. Это праздник со слезами на глазах. Это день напомнит тем, кто забыл, кто погибал, чтобы ты сегодня жил. Это день победы, порохом пропах. Это праздник со слезами на глазах. Это день напомнит тем, кто забыл, кто погибал, чтобы ты сегодня жил. Герой России, майор Солнечников Сергей, накрыл гранату своим телом и спас людей, молодых парней, ценой собственной жизни. Простые примеры настоящего героизма. Афганистан и Северный Кавказ. Много мест, где побывал наш спецназ. Народ должен знать цену воинских наград и помнить битву за Москву и Сталинград.
Внимание, говорит Москва. 8 мая 1945 года. Великая Отечественная война победоносно завершена. Германия полностью разгромлена. Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины. Никто не забыт, ничто не забыто. Я у себя дома, я молод, я свободен. Кровь наших дедов была не зря пролита. Слава героям за нашу великую Родину. Никто не забыт, ничто не забыто. Я у себя дома, я молод, я свободен. Кровь наших дедов была не зря пролита. Слава героям за нашу великую Родину. Нас проверяет небо, испытывая веру, насколько мы слабы, слепы и ведомы. Важнее всего карьера, и через все барьеры мы стали забывать о том, что мы дали слово не повторять ошибок, помнить и чтить память, как наш народ совершил этот великий подвиг. Сейчас такое уже невозможно представить, и, к сожалению, есть такие, кому вообще пофиг. Бритые парни за чистоту расы убивают молотками дворников нищих. Это борьба, почти война, она идет сейчас. И на знаменах русских партий столько страшных свастик. Всем не хватает власти, как мы дошли до этого. Откуда столько ненависти, откуда столько злобы. Старики и ветераны, простите нас за это. 65 лет это, наверное, уже слишком много. Никто не забыт, ничто не забыто. Я у себя дома, я молод, я свободен. Кровь наших дедов была не зря пролита. Слава героям за нашу великую Родину. Никто не забыт, ничто не забыто. Я у себя дома, я молод, я свободен. Кровь наших дедов была не зря пролита. Слава героям за нашу великую Родину. Это Сталинград, Курская дуга, дорога на Берлин, герои города. Россия матушка, как воздух и вода. Я патриот своей страны, и так будет всегда. Им не сломить наш дух, как бы они ни старались. Предателей все больше, но свои-то остались. Кто знает историю и уважает прошлое, это не сложно, но просто они не пытались. Все эти неонацисты, отморозки, панки, ультраправые, радикальные скинхеды, и пусть по ним обрушатся залпы катюши танков. Но самый главный праздник всегда будет День Победы. Без памяти о прошлом будущего нету. Пока мы ценим и помним, нам пути открыты. И стоя на коленях, спасибо нашим дедам. Никто не забыт, ничто не забыто. Никто не забыт, ничто не забыто. Я у себя дома, я молод, я свободен. Кровь наших дедов была не зря пролита. Слава героям за нашу великую Родину. Никто не забыт, ничто не забыто. Я у себя дома, я молод, я свободен. Кровь наших дедов была не зря пролита. Слава героям за нашу великую Родину. Великая Отечественная война победоносно завершена. Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины. Это праздник со слезами на глазах. Это день напомнит тем, кто забыл, кто погибал, чтобы ты сегодня жил. Это день победы порохом пропах. Это праздник со слезами на глазах. Это день напомнит тем, кто забыл, кто погибал, чтобы ты сегодня жил. Отметим, чтобы хорошо отметить, сразу находятся средства в бюджете, которых нет порою на выплаты дотаций для тех, кто шел когда-то за нас сражаться.
Ничто не забыто, никто не забыт и не забыто никем. Как за свои награды можно быть избитым? Такая благодарность понятна не всем. 67 лет великой победы. Спасибо деду за это, лично увы не скажу. Я завяжу на груди георгиевскую ленту и бабушке пообещаю, что зайду. Парады, площади, зрители, дети, ровесники и родители. Сказать с вами из нас не раз каждый должен. Спасибо людям, кто этот праздник сделал возможным. Это день победы, порохом пропах. Это праздник со слезами на глазах. Это день напомнит тем, кто забыл, кто погибал, чтобы ты сегодня жил. Это день победы, порохом пропах. Это праздник со слезами на глазах. Это день напомнит тем, кто забыл, кто погибал, чтобы ты сегодня жил. Нам говорят про НАТО и системы ПРО. Постоянно нагнетается чувство угрозы. Лучшие друзья народа — армия и флот. Но у народа возникает много вопросов. Реальность, как всегда, у нас другая. Ни булава, ни ангара в цели не попадают. Так же, как истребители пятого поколения. В разработке лишь два по небу летают. Нам нужна армия сильная и современная. Мы хотим ей гордиться и быть уверены. Мы не хотим, чтобы солдаты друг друга калечили. Можно наконец начать жить по-человечески. Тем, кто защищал и защищает родину, низкий поклон и, конечно, большое спасибо. Но новые вооружения и технологии сегодня крайне необходимы России. Это день победы, порохом пропах. Это праздник со слезами на глазах. Это день напомнит тем, кто забыл, кто погибал, чтобы ты сегодня жил. Это день победы, порохом пропах. Это праздник со слезами на глазах. Это день напомнит тем, кто забыл, кто погибал, чтобы ты сегодня жил. Герой России, майор Солнечников Сергей, накрыл гранату своим телом и спас людей, молодых парней, ценой собственной жизни. Простые примеры настоящего героизма. Афганистан и Северный Кавказ — много мест, где побывал наш спецназ. Народ должен знать цену воинских наград и помнить битву за Москву и Сталинград. За нас сражаться. Ничто не забыто, никто не забыт и не забыто никем. Как за свои награды можно быть избитым? Такая благодарность понятна не всем. 67 лет великой победы. Спасибо деду за это, лично увы не скажу. Я завяжу на груди георгиевскую ленту и бабушке пообещаю, что зайду. Парады, площади, зрители, дети, ровесники и родители. Сказать с вами из нас не раз каждый должен. Спасибо людям, кто этот праздник сделал возможным. Это день победы, порохом пропах. Это праздник со слезами на глазах. Это день напомнит тем, кто забыл, кто погибал, чтобы ты сегодня жил.